Кто? Ну, куда есть? Дегидром есть, конечно. Thank you.
огне надежды, свечи, все зажигания. Ну я это купим, я уже купил, все куплю. Реально главное, что дешево. Не знал, главное, что можно что-то возить. Не знал, главное, что недорогое. И удачный мотор, правильно. Я говорю, я хана его спалил на летом этим. Короче, фокус отекла, и просто она показывает. Я не чувствую. Да, ну смотрите, я для тебя сделал папочку, это видеокарту драйвера, который, если не знаешь, хрен найдешь. Я поэтому вам его скину на всякий случай, вот он стоит. Есть пару моделей приемов, если у нас это нормально сделано. Она будет по-английски, понятно. Ты знаешь, у меня вот я на домашнем пульте тоже ты пару вопросов можешь задать, скажешь, давай драйвера. Я нашел вроде его драйвера, а диск, я вчера брал, где вставляет и запускает черные карты. Она как беда, где-то не контакт, что ли? Есть такая штука, стрелка, вот смотрите, правая кнопка, если нажать на любом ярлыке. Допустим, у вас драйвер под одну систему, если вы будете сидеть, управление не положите. Да, и тогда да. И вы выбираете, там ищет, и обычно он запускает эти драйвера, как под XP. На восьмерке, а на десятке, ну десятка сама выкачивает. Именно вот на семерке очень часто с драйверами бывают и проблемы, и с программами некоторыми. Вы выставляете, он ее потом сохраняет, и всегда будет запускать режим Но опять же надо смотреть, как драйвер будет, но очень часто именно вот такая проблема. Я думаю, ну не на этот, а на домашний. Честно, самая нормальная система, на мой взгляд, это десятка, она, мы сделали для мобильных приложений и для старых, для новых слабых компьютеров. Потому что семерка, если поставить на новый компьютер, она начнет на нем тормозить. Каким образом он должен быть эти мощные? Они делают по 4000 рублей новый. Что-то будет. Ничего, вот такой огрызок платы, и все, на микросхеме и ее с собой разговаривают. Я сегодня тоже пересматриваю. Да, ну посмотрел за 4000, ну блядь, ну шок там, ну более-менее нормальный уже стоит там под 10 тысяч. Конечно. Я смотрел, да, это бывает. Ну смысл сейчас? Ну, вы... баксов раньше стоил нормальный ноутбук, да. Потом это все. Ну, мы сейчас находим булочку, я вот двое за бега, там такой третичок, 50-300 долларов, меньше не просто. Либо план. Я вот сидел тоже, Да и так пускай будет, потому что у меня здесь на балке. Все, готово. Мало у меня.